Всем привет! Сегодня я буду готовить очень вкусный соус для мяса по рецепту своего мужа. Давайте посмотрим, какие продукты мне для этого нужны. Мне нужна томатная паста, соль, острый перец, чеснок, лук, кинза, петрушка и черный молотый перец. Теперь я выкладываю сюда томатную пасту и буду разбавлять ее сейчас водой. Вода должна быть теплой, но кипяченой. Хорошо все это размешиваем. И если нужно будет еще водички, сейчас буду доливать. Так, все, вот воды будет сюда достаточно. Теперь мелко я буду нарезать лук. Так, лук я нарезала и отправляю его в чашку. И также мелко я нарезаю чеснок. Чесночок тоже отправляю в чашечку. Теперь буду нарезать острый перчик. Смотрите, какой он у меня красивый. Он острый-острый. Так, и отправляю острый перец вслед за луком и чесноком. Так, теперь я буду нарезать зелень. Как вкусно у меня пахнет кинза. Я просто обожаю ее запах. Все, зелень я нарезала и отправляю ее тоже в чашку. Все это хорошо я сейчас смешиваю. Сюда еще добавляю черный молотый перчик. И солю. Все это я делаю по вкусу. Все, мой соус готов. Мы сейчас его пойдем пробовать с шашлыком. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и рецепты. Всем приятного аппетита. Пока-пока.